Так, это Марс. Это Марс 6 октября 2020 года, 6:00 утра по киевскому времени. Мутненько видно уже. Светает и опускается Марс. Нам все больше мешают. Слои земной атмосферы нет. Даже в окуляр я не вижу никаких полярных шапок. Ну, попробую резко сейчас поиграться. Лучше не стало. Кроме того, у нас еще и облака. До Марса 62 миллиона километров 13 октября. Будет противостояние Марса. Кроме того, у нас достаточно приличная облачность. Посмотрим на Луну. Раз уж такое дело. Четыреста тысяч километров. Да, еще и ветер у нас. Редкий случай, когда утром такое ветерище. Наверное, даже слышно, как он шумит. Ладно, хочу я еще снять Венеру. И рядом с ней... Ага, он за деревьями, да? Давай сейчас вот так тогда перенесем штатив. Да, даже при самых низких настройках светочувствительности Венера засвечивается, сияет. Фазу-то ее видно. А все равно эти протуберанцы, они, конечно, ни к чему. 165 миллионов километров до Венеры. Так, Андерегу, Ребу. Я не поймаю. Уже расцветает слишком бледненьким.
Было бы интересно. Ну, ладно, будем сейчас еще дубли снимать. Но при такой облачной сфере для что-то получше будет получаться. Такой дымки, никаких ледников на Марсе увидеть, наверное, не получится. .6 по Киеву, 6 октября 2020 года. А, ну да, сейчас вышло, солнышко поднимается. И видно, что на Марс мы смотрели через такие слоистые облака. Хорошо, сейчас еще попробуем, коли уже вышли.